Ну что, всех приветствую на канале Idle War. И сразу нас встречает здесь новый персонаж. Новый герой, которого мы сейчас глянем. Кто он там? Герой леса? Лесной? Дайран. Дайран. Ну, пока по классике его не перевели. Но давайте попытаемся и так понять. 500% атаки наносит врагу и какой-то урон еще нескольким врагам, шанс поставить метку на цель рандомную, ну и тут еще дополнительные всевозможные прибамбасы, увеличение атаки, дамаги и прочее. Очки атаки увеличивают. Ну, такие средние показатели, на самом деле. 514 тысяч атаки. 17 лямов. Ну, даже не знаю, что по этому герою сказать. Это воин. То есть он, в принципе, в первую линию пойдет. В атаку. Ну, все как надо. Попробуем его сегодня призвать, потому что как раз сегодня ивент посвящен сундукам, плюс мы наконец-то забираем здесь подарки, обмениваем вот эти вот штуки один к одному, еще 200 штук набрали, в принципе 1200. Ну, такое себе, не то не все значение. Можно 12 купить призывов высших, можно чудо-сферы купить, можно фишки казино. Я думаю, что я возьму вот эти вот чудо-сферы, они всегда нужны. Так сказать, источники жизни. Так, здесь сегодня мы будем бомбить, наверное, сотку точно призывов. Потом сундук приобретаем. Здесь что нам предлагают? Капли воды. А, ну и лунный колодец. Но это по классике. Лунный колодец. Здесь надо эти капли собирать. Все как надо. Так, здесь у нас Вуконг на обмене сидит и Линет. Я даже не знаю, кого бы обменять. Может быть, кого-то надумаем и обменяем. Так, ну давайте получим тут награду с каплями, с этими. И время не будем тратить, откладывать. Пойдем сразу сейчас призывать. Но, смотрите, на призыв, что я хочу сделать? Я сначала хочу здесь всех закинуть в прокачку персонажей. Потому что у меня, смотрите, сколько? 197 из 200. Видите, да? То есть у меня практически свободных слотов и нет. По развитию, кого мы можем запустить? Посмотрим, кого у нас тут. Вот этих дофига рыжих. Давайте качнем вот этого рыжего. Проразовьем его до 3 звезд. Вот, рейнджера. Ну, он в корм пойдет, так что нормально. Ну и здесь тоже можно кого-нибудь попрокачивать. Ну, типа вот этой барышни, допустим. Почему бы и нет? Далее. Синий. Ну, синих здесь много.
синих много, и синих мы будем, соответственно, тоже сливать. Нафиг они, собственно, нужны. Вот эту розетку хотел бы качнуть, если такое возможно. Все. Так, 186 слотов. В принципе, здесь вместимость максимальная. Больше не купить. За прокачку нам тут дают ништяки. Ну и давайте пробовать. Здесь, видите, к сожалению, нельзя поставить, чтобы трешки сливались сразу. Вот, поэтому придется туда-сюда постоянно выходить, входить. Ну, давайте сначала бесплатный. Крутанем. Посмотрим, кто здесь падает. Тройки. И поехала первая десятка. Первая десятка такая. Мимо. Смарт. Удаляем. Да, первая десятка полетела мимо, вторая. Так, лайтовенько на самом деле. О, смотрите, Некро. Мы раньше за него бились. Только так, за этого Некро. Очень крутой персонаж. Но в последнее время стал такой себе. Второстепенной звездой, честно вам скажу. Ну, также здесь есть, знаете, свечение смерти. Вот. Я думаю, что неплохо. Так, далее давайте двигаться. Ух. Да, что тут можно сказать? Призвали 30 штук, пятерки падают, то есть приятно, в принципе, так сказать. Главное, что они вообще падают. Хуже было бы, если бы не было пятерок. И знаете, мы бы впустую крутили бы. Но я потом очищу к следующему разу, чтобы у нас больше было слотов, чтобы так туда-сюда не бегать. Так. Опа, вот оно, все-таки выпало. Она каждый раз же выпадает, вот эта макс-стихий. Видимо, тут заточено скриптами. Потому что у меня большое число ее. Сейчас, мне кажется, мы уперлись, да? Сейчас еще одна, если пятерка падает, то нам уже слотов не будет опять хватать. Для того, чтобы призывать. Так, это еще одна десятка. И что, финальная, что ли? Сотка будет. О-о-о, грустно. Ну ладно. Давайте кого-нибудь под финал. Не, никого не дали. 100 призывов. Ну, короче, кэшбэк такой. 20 этих... Свитков вернули сотки, что я считаю неплохо. Священную медаль дали и капли. Капель у нас уже 286. Но я напомню, надо 600 для того, чтобы нам в этот колодец, в лунный, как тут написано, положить эти капли. Дальше там 1000, 400, 1000. Ну вот эта болванка, я бы за нее поборолся на самом деле. Это крутая тема.
Ну и здесь какие-то часы. Бешеный артефакт. Судя по характеристикам, 20 к урону. Невосприимчивости. Урон брони 20. Ну то есть тут вообще космос какой-то. Вот Алекса у меня, кстати, тоже нету. Сундук с 6 аж звездным артефактом. А вот, кстати, если мы зайдем к нам сюда, сделаем призыв. Мы сможем кому-нибудь поставить 6-звездный. А, стоять, это же артефакт. Вот он, здесь 6-звездный. Не, а у нас и так уже стоит у всех практически, да? Да. Ну тогда это не впечатляет меня. Я что-то думал, что это шмотки 6-звездные. Тогда ладно. Будем заканчивать на этом. Почти уже апнули уровень, чуть-чуть осталось. Всех благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал. Скоро будут новые ролики. Там во многих, так сказать, версиях игр произошли летние обновления, так что много что будем смотреть. Все, пока-пока.